Всем доброго, доброго праздничного дня! Сегодня Покров. Покров очень солнечный, хотя и прохладный. У нас всего 7 градусов. Но листва половина уже опала, какая-то листва еще на месте. И очень яркое солнышко сегодня. Настоящий праздничный день. Говорят, если Покров такой солнечный, то и зима будет солнечная. Будем надеяться, что зима всех порадует какими-то новыми делами мирными. Все на это надеются, ждут. А пока Покров тишина. Какие огромные листья! Это вот от клена. Видите? Какой огромный, преогромный! Вот след человеческий, размера 38. Пришли мы в наш лес в середине октября. Мы были здесь в начале сентября, а потом решили прийти в середине октября погулять немножечко. Почти не слышно птиц, но теньканье синиц уже разносится, то есть синички уже прибыли в наш лес на зиму. Тишина. Видели, конечно, нескольких собачников. Гуляют собачники, да? А так почти никого в лесу. Очень хорошо. Очень тихо. Я хочу набрать несколько листочков малины и несколько веточек, чтобы заварить чай. Хоть сейчас и осень, но веточки малины и листья малины, а их можно собирать всегда. Так что мы идем на мою лесную полянку. Идем на мою лесную полянку с малиной. Она еще целехонькая, листья все еще целы. Так что идем. Смотрим, конечно, под ноги. В ожидании каких-то грибов. Потому что мы в этом году как-то не встретили здесь привычных нам грибов, груздей. Хотя это и не настоящие грузди. Ну, мы уж так их называем, как и все местные. Но в этом году мы их почему-то не увидели. Вот в прошлом году, да, у нас было такое свидание. Ну, посмотрим, походим, подышим просто воздухом. Вот моя полянка малиновая. В этом году летом я здесь не была, поэтому и на полянку свою летнюю малиновую не наведалась. А здесь вполне себе хорошая малина. Зато сейчас я могу нарвать несколько веточек сверху молоденьких с листиками и сделаю себе чай малиновый. Солнышко выглянуло, чтобы порадовать нас. А то мы в лес зашли, а солнышко скрылось. Теперь опять показалось. Спасибо тебе, солнышко. Ой, еще зелени полным-полно. Смытье молодой под ногами. Березки облетели. А все остальное стоит. Орешник. Ну и березки еще там наверху-то есть, что-то у них. Вон они. Это же березки высоко-высоко. Дубы старые давным-давно облетели. По листьям походим, пошуршим.
погода стоит сухая, поэтому и листья такие не чмякают, а шуршат. Ой, посмотрите, каких мы опять нашли на пеньке. Красавчиков. Правда, я не знаю, что это за грибочки. Похожи очень на опят. Вот они такие оранжевенькие. Думаю, что это опятки. Да, вот с этой стороны смотрю, красавчики. И с той стороны тоже опятки. Думаю, что это они. Вот они, какие хорошенькие. Мне говорят, не опятки, грибоведы. Рассудите нас, пожалуйста, это опятки или не опятки? В основном листья здесь дубовые, мы видим, и березовые. Клены есть, но очень мало. И клены такие худенькие, тоненькие, между березок как-то бедненькие там затесались. Но украшают очень лес, потому что очень много подлески орешника, но он не такой красивый осенью. Листья у него долго зеленые, потом ржавые. А вот клёники такие вот молоденькие, очень симпатичные. Только пожаловалась я, что птичек нет. Смотрите, как птички шебуршатся. Решили порадовать меня. Дубовый пенечек стоит, спиленный недавно, видите, еще не сгнивший. Через овражек пройдемся. Дятел нам попался. Пестренький-пестренький. Там белочка. И он прилетел сюда тоже чего-то поклевать, видимо. Ясно, ясно. Вот почему они здесь. Да, ну дятел-то пестренький, мы даже его и не признали. Сначала. С белкой играет. Вы посмотрите, дятел играет с белкой. А нет, там два дятла, они друг с другом играют, бегают вокруг деревца, друг за другом, заигрывают. Видите, какие они славные. Вон он какой, вон он какой. Пока люди не подошли, мы поснимаем. Ой, какие красавцы, какие красавцы. Вы посмотрите. Да, у кормушки.
кормятся. Вроде и леса столько много им, но вот почему-то прилетели, не боятся. Напугались птички громких речей, прогуливающихся, и через дорогу отправились. Там тоже кормушки для белок. Вот они переклевываются, перекликиваются. Кур-кур-кур-кур. Такие красавчики два. Поснимаем такую красоту. Вытащил орешек. Проверяет кормушки. Что там, что там? О, стук, бряк. Все, надо попробовать на клюв.